В Доме правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с президентом РЖД Владимиром Якуниным состояние дел на железнодорожных предприятиях республики. Перевозки железнодорожным транспортом в республике осуществляются на должном уровне. Повышается безопасность и качество услуг. Третий по величине город Чувашии, Канаш, в жизни которого железная дорога занимает особое место, выдержал серьезный правительственный экзамен. И в 2015 году по программе поддержки моногородов на развитие его территории будут направлены федеральные средства. Также на встрече Михаил Игнатьев отметил необходимость дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества предприятий Чувашии с компанией РЖД. Владимир Якунин, в свою очередь, подчеркнул, что продукция предприятия «Элара» превосходит многие зарубежные аналоги, а некоторые виды изделий просто уникальны.